Группа военных кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем Карл Винсон, вышедшая накануне из порта Сингапура, внезапно изменила направление своего движения. Вместо того, чтобы зайти в Австралию, она направилась к берегам Корейского полуострова, чтобы пресечь дальнейшее проведение Пхеньяном ракетных испытаний. Представитель Минобороны Южной Кореи отметил, что Сеул будет всецело поддерживать США. Необходимость отправки авианосной группы обосновал официальный представитель Тихоокеанского командования американских вооруженных сил Дэйв Бентхам, назвав выдвижение эскадры мерой по обеспечению безопасности и поддержанию присутствия в западной части Тихого океана. Напомню, в начале апреля, накануне встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, Северная Корея провела пятое по счету испытание баллистической ракеты в этом году, вызвав беспокойство у мирового сообщества. Тем временем свыше 200